Плавательный бассейн на территории расположения подразделения войсковой части 47-280. Вот так прямо и налево сразу. Мы бы с этого места видели уже этот бассейн. Во всяком случае, вышку для прыжков в воду мы бы видели. Прямо футбольное поле, стадион. И дальше там техпарк. На дороге, которая... Разворачиваемся. Которая идет от центральной дороги, вон там. Прямо казарма. Одна из казарм. Пятая по счету просматривается прямо. Чуть левее, естественно, шестая. Дальше здание санчасти. Вот какая дорога в настоящее время. А в настоящее время это 25 июля 2022 года. Времени 12 часов. Бассейн, это название, громкое название. Был бассейн замечательный, плавательный. Посмотрим, какой сейчас он, в каком состоянии. Неоднократно бывали, можем сравнивать все наши посещения, какое состояние было. Это черемуха. Справа, слева. Ну, плодов нет. То есть плоды есть, они засохли. Засыхает все. Очень сухо. Ну, черемуха тоже. Хоть бы что-то увидать нам тут. Какие плоды. Должны же увидеть. Ох, вот они. Вот они еще зеленые, а уже засохли. Все осыпается. Сохнет дождей? Нет. День назад был небольшой дождь. Еще раньше проходили пару дождей. Ну-ка, название, что дожди. Да, мы продвигаемся к бассейну. Вот он за велосипедом слева. Прямо на стадион, на футбольное поле. И дальше туда техпарк. А направо уже на полигон там можно выйти. Воды очень мало. В бассейне. Водоем оставили для водопоя животных. Когда его тут оснастили, все объекты, которые тут в окрестностях, сам бассейн, вот немного ставили. Зарастает, несмотря на то, что очень жарко. Кстати, сейчас 31-32 градуса. Наверное, надо будет посмотреть на монитор. Я смотрел полчаса назад. Ветер очень горячий. Последнее наше посещение или предыдущее посещение, таких зарослей, конечно, не было. Воды было побольше. Да, водоем служит сейчас водопой для животных диких. Уже обмелел, совсем обмелел. Вот здесь самое глубокое место было. Тут была вышка для прыжков в воду. Мы здесь встречали, какие-то рыбы плавали, ну, какие-то плотва была какие-то. Видели. Вон там пологий выход. Спокойно животные могут зайти, выйти, попить. Вот водоем. В таком состоянии. Подаем в обрамление кирпичей, кирпичный бой, строительные останки. Нет, ни одной тут живности никакой не видел.
Даже лягушек нет. А были тут и рыбы мы видели. Быть может, и сейчас они есть, но не попадаются на глаза. Вот и посмотрели, имеем представление. А прямо, вот так прямо и левее, там летний кинотеатр тоже был. Выходим из бассейна. Вы выйти отсюда. Спуститься-то было проще. Даже растает тут. Хоть и жарко. В основном это осины. Осины, березы, акация. И сохнет тут все. Сохнет. Даже крапива уже потеряла свои свойства, уже не колется. Колется кое-как. Жухлая стоит. Да, вот времени 12 часов. Это боярышник. Небольшое деревце. Вот оно. Желтое уже. Листва. Дерево. Бассейн. Не вижу листья. Дуб, не дуб. Да, по этой дороге мы пришли. Вон она, дорога. Направление только есть, вот сейчас зарастает она. Никто не ездит. Зарастает. За спиной бассейн. Прямо стадион. Всего доброго, до свидания. Ну и лагерь, извините, Алтыслагерь. Расположение подразделений. Войсковой части 47-280, в частности, посмотрели плавательный бассейн в центре. До свидания.